Водитель автобуса с многолетним стажем Алексей Сидоров не припомнит, чтобы к санитарной безопасности на центральном автовокзале когда-либо относились настолько щепетильно. В медпункте врач, помимо привычных замеров давления и теста на алкоголь, теперь измеряет температуру тела и выдает средства индивидуальной защиты – маску и перчатки. А в это время салон автобуса дезинфектор обрабатывает специальным раствором, который убивает вирусы и бактерии. Алексей Сидоров говорит, такие меры помогают ему не переживать за здоровье семьи, когда он возвращается домой после смены. Здесь специальные люди, а на конечном мы сами протираем. У нас выдают нам на складе, каждый день получаем средства, обрабатываем все. То есть салфетки, перчатки, все. Стараемся людей рассаживать отдельно, чтобы не близко сидели на расстоянии. С не меньшим трепетом на центральном автовокзале относятся к здоровью пассажиров. На входе в кассовый зал работает дезинфицирующая будка, которая окутывает каждого входящего облаком спецвещества. Обрабатывается и одежда, и открытые участки кожи. Кассиры работают в масках и через стеклянный барьер. Минимизируют сообщение пассажиров и в зале ожидания. Сотрудники вокзала рассаживают их на безопасное расстояние друг от друга. Уборщицы постоянно обрабатывают полы, ручки и сиденья. Придерживаются профилактических мер. Нами получена рекомендация от Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Рекомендация от Роспотребнадзора об организации работы транспорта, транспортных предприятий. Согласно данным рекомендациям, мы сейчас действуем. Если во время рейса у кого-то из пассажиров или у водителя появятся признаки заболевания, их на скорой помощи отправят в больницу. Пока таких ситуаций во время поездок в режиме самоизоляции не было. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.